Будущая элита вооруженных сил. Накануне 26 студентов профессиональных училищ, техникумов и вузов Ангарска торжественно посвятили в курсанты взвода ДСАФ. Молодые люди обучаются по военно-учетной специальности «водитель». Чтобы быть зачисленными в группу подготовки к армейской службе, учащимся пришлось пройти серьезный отбор. Сам отбор происходил в самом военкомате. В институте у нас никакого отбора не было. Просто сообщили, что возможен набор на военную специальность. Водитель категории С. У нас с института вышло так, что попал только я один. Обучение будет проходить в течение 3 месяцев. Курсанты приобретут необходимые знания и навыки в области оружия, военной техники и физической подготовки.